Всем привет, меня зовут Эльдар, компания «Автоподбор». Продолжаем наши ролики про автомобили в бюджете. Сегодня хотел бы поговорить про бюджет 500 тысяч рублей и седаны С-класса на автомате. Вот сейчас, набрав 500 тысяч рублей, человек сталкивается с огромным выбором автомобилей, какой ему купить, подержанную иномарку или новый отечественный автомобиль. Бизнес-класс или С-класс, или бюджетный. Я всегда рекомендую брать С-класс, потому что за 500 тысяч рублей это самое оптимальное сочетание цена-качество. Сегодня представлены не все, сегодня представлены только три. Будет еще обзор, в котором будут представлены остальные. Но сегодня мы рассмотрим отличные автомобили в бюджете до 500 тысяч рублей. Как всегда в нашем обзоре автомобили представлены из разных стран. Это принципиально для того, чтобы понять идеи, которые представляет каждая страна, и как они видят свой автомобиль в этом бюджете. Немец, американец и японец. Каждый из этих автомобилей продавался огромными партиями в России, заслужил хорошую репутацию, но не каждый подойдет лично вам. У каждого автомобиля свои идеи, свой смысл, об этом я сегодня буду рассказывать. Так, встречайте, это Volkswagen Jetta, это Chevrolet Cruze и Honda Civic. Cruze, Chevrolet Cruze, кукуруз. Честно скажу, вот когда я видел Cruze, когда увидел первый раз Cruze, я ожидал от него гораздо больше. В ней красивый внешний вид, она с заявочкой такой на, скажем так, на спортивный автомобиль. Выглядит прям агрессивно, красивый дизайн, действительно классный. Американцы умеют делать красивый дизайн, за это им прям плюсик. А фактически, оказывается, только стоит вам на ней прокатиться, и уже много каких-то раздражающих деталей мелких. Управление магнитолой на руле. С правой стороны. Зачем? Кто придумал управление на руле с правой стороны? К примеру, ладно, я еду на автомате. Мне, в принципе, фактически правая рука особо-то не нужна. Но я же не держу ее в основном на руле. Я же не езжу вот так вот. Я еду, держу вот левой рукой. И мне надо переключить магнитолу. Расстояние от руля до магнитолы фактически вот. То есть зачем сделать здесь кнопки, если я могу просто переложить руку и покрутить удобнее крутилку гораздо, чем нажимать вот эти кнопки. К тому же вся реакция этой машины заторможенная, на все реакция заторможенная. Если я, например, хочу убавить звук, я нажимаю здесь кнопку минус и жду. И он как издевательски медленно-медленно убавляет звук. На всех нормальных автомобилях кнопки на руле, управление магнитолой, аудио идет слева. Даже на Форде Фокусе под рулевой вот этот вот говноджойстик, он и то слева стоит. Потому что левой рукой всегда удобнее переключать. Левая рука всегда держит руль. Когда у вас в баке мало бензина, у вас загорается лампочка индикации. Где-то это лампочка пиктограмма колонки, где-то это просто лампочка там желтенькая, красненькая, неважно. Но она горит, понимаете, она горит, и вы все видите. Здесь же она моргает. И я вот еду, и я как бы как-то боковым зрением постоянно вижу моргающую лампочку. И я даже через какое-то время забываю, что это топливо, к примеру, и опять что-то моргает, что она постоянно отвлекает мое внимание. Вот бред, зачем это делать в этой машине? Надпись «Fill Fuel». На машине низкий уровень топлива, и она пишет, на бортовом компьютере остается только пробег и буковка D, и все. И она не реагирует на кнопки, на переключение, ничего, она просто пишет «Fill Fuel». То есть пока вы машину не заправите, вы не сможете посмотреть, например, средний расход топлива ваш. Вы не сможете посмотреть фактически ни одного показания, просто ничего она вам не покажет. Мы в современном мире, вы покупаете все машину, и практически все машины идут с автомобилем, идут с адаптивным автоматом. Адаптивным автоматом. Адаптивный – это значит, что он адаптируется под ваш стиль езды и фактически, скажем так, крутит машину побольше или поменьше, в зависимости от того, как вы ездите. А на этой машине тоже адаптивный автомат. Но почему-то этот адаптивный автомат заставляет меня под него адаптироваться. Я сколько на ней не езжу, я не могу понять его. Он постоянно как-то поддергивает. Он постоянно, вот, например, я хочу кого-то обогнать, я нажимаю, прижимаю педальку процентов на 70 газа, да, чтобы она поехала. Все-таки 1,8 здесь, 140 сил. И вместо этого он сначала на одну передачу переключает вниз, подумает. Ага, не хватает. Давай-ка еще на одну вниз уроню. И вот эта вот задержка, на самом деле,
она раздражает, постоянно эти рывки. Если в момент, когда коробка пытается переключить вниз, ну вот такие вот прям случаются момент. И в этот момент прижать газ, она переключается с пинком и возвращается обратно. Возвращается обратно на ту же передачу. Это прям дурдом какой-то. Двигатель 1.8. Фактически здесь стоит мотор с Opel Astra. Да вообще машина сделана на платформе Astra. Они собрали эту машину из обрезков фактически, из остатков. Это полу-Лачетти, полу-Астра, полу-фактически, ну, Бира та же самая, Део. Ну, то есть эта машина собрана из кучи старых корейско-американских автомобилей и концерна General Motors. Управление климатом. Дизайнерски выполнено классно. Но здесь стоят, на каждой кнопочке стоят вот эти маленькие светодиодики, да, желтые, которые призваны показать вам, какой у вас, в какую сторону сейчас дует печка, то есть какое направление выбрано. И днем в светлое время суток их не видно. И фактически вот не получится так бросить взгляд вниз и увидеть, какие они там, куда у вас дует печка. Вам надо сидеть и присматриваться. Зачем? И она вся такая. Например, если посмотреть на пластик, это не просто не пластик, это говнище откровенное. Вот это, вот что это такое? Как можно в машине за 800 косарей, люди покупают за 800 тысяч рублей вот этот автомобиль, и за что они платят? Вот за то, чтобы у них стоял пластик из китайских игрушек? Как можно поставить машину? Здесь мягкое, слово мягкое здесь вообще неприемлемо. Он просто дубовый весь, от и до, весь пластик. Круза достаточно, вот многие говорят, что жестковатая подвеска, нет, на самом деле она, если вот сравнивать, например, с конкурентами, она довольно-таки мягкая здесь подвеска. Сама машина достаточно большая размером, геометрически, и по сути вот ее размер, колесная база и, скажем так, геометрия кузова, именно благодаря этому она достаточно плавно идет, и сильная ее сторона, это поездки по трассе, она действительно идет неплохо. Дальше еще момент. Гидроусилитель руля. Ну, на самом деле, это я не назову минусом, это отчасти даже плюс, потому что с гуром удобнее. Ну, у гура лучше отдача, конечно, от колес. Обратная связь с колес у гура лучше. Но есть минус. К примеру, вот у этой машины нету остроты на руле. Вот то, что есть у Civic, у нее есть острота. То есть, фактически, минимальное действие с рулем, минимальное, скажем так, минимальный поворот руля, и машина уже сразу реагирует. Здесь вот я могу градусов, наверное, ну, не знаю, 8, я могу болтать рулем, и при этом машина как ехала прямо, так и едет. Еще момент по поводу двигателя. Здесь стоит древнючий мотор ZR18XER с Opel Astra, фактически который с небольшими изменениями с 1996 года выпускается. Все болячки его давно известны, и, естественно, все они с Astra перекочевали сюда. Машине с таким внешним видом не хватает нормального двигателя. К примеру, 2-литровый турбо какой-нибудь мотор, 1.8 турбо, что-нибудь, да даже какой-нибудь 1.4 турбо, любое турбо подошло бы этой машине гораздо больше, потому что управляется она неплохо на трассе и в принципе в городе, достаточно внятное у нее управление в этой машине, и не хватает ей мощности, не хватает просто этой машине. Здесь же всего два мотора. 1.6 двух вариаций и 1.8 фактически. В общем, вся эта машина фактически, она как бутафорная. Она выглядит лучше гораздо, чем едет. Вот это щелканье. Блин, такое раздражающее. Почему, когда, например, это сделано в каком-нибудь немецком бренде или еще где-то там, оно такое прям, даже щелканье благородное. Ну, бред, конечно, но даже щелканье. Когда дверь открываешь со стальным ключом, то нормальная машина, она даже там тренькает, и то приятно. Здесь же... Не-не-не... Это конец, короче. Здесь реально, что передний, что задний подлокотник делал какой-то карлик, похоже. Они вот такие вот. Он маленький. Ну как этот, неудобный, блин. Ну, даже это нюанс. Можно локтем упереться сюда, в принципе, да. Но... Он выглядит по-детски. Он прям детский подлокотник. Что передний, что задний. По поводу расхода топлива.
Фактически, ну, в большинстве случаев этот расход топлива здесь, ну, короче, он великоват для этой машины, но не криминально. В городе она ест примерно литров 10-13, в зависимости от езды. Ну, достаточно прожорливо. Вот если я езжу на такой машине, у меня расход в среднем где-то литров, ну, 11,5. Camry 2.4 у меня жрет где-то 10. А вот Cruze 1.8 у меня жрет литров 12. Много. Мне не нравится. Много. Не за что платить такие деньги. На трассе зато можно уложиться в 7 литров. Хотя, как, к примеру, на той же Jetty можно уложиться в 6.5. Здесь стоит датчик света. Датчик света фактически на современной машине. Это классная штука, да, и она нужна, когда у вас есть дневные ходовые огни. То есть фактически у вас при включении запуске машины горят ДХО, когда темнеет, у вас включаются фары, подсветка, все. Класс! Зачем датчик света на машине, где нет дневных ходовых огней? Стрелки. После запуска автомобиля стрелки, кряхтяна, там, медленно, никуда не торопясь, делают, проходят до конечных положений. То есть фактически, как на спорткарах, адаптация конечных положений. Зачем здесь это сделано? Вот пока вы ее не завели, так включили, вроде так классно, они поползли. Но они делают это настолько медленно, и за ними просто можно следить. Они просто показывают, что тачка вроде не, ну, как бы с заявкой, да, но при этом она не ездит, поэтому не торопись никуда. Вот так же, как стрелки поднимаются, так же медленно она и ползает. Хорошо, у этой машины есть плюсы. Серьезно, они есть, и есть причины, по которым можно ее купить. Для меня основным, например, критерием, основным, ну, очень значимым критерием при покупке автомобиля является ее ликвидность. И вот ликвидность этой машины, она на высоте. Ее очень любят в регионах, потому что, скажем так, заявка машины, ну, она действительно классно выглядит, дорого выглядит. Достаточно хорошая, вот, энергоемкая подвеска у меня, действительно. То есть по кочкам, вот, в регионах ползать, лазить удобно. Да, есть минус с передними алюминиевыми рычагами, но ладно, это, в принципе, не критично. Да, они дороговатые, но даже на это можно закрыть глаза, потому что подвеска здесь классная. Шумоизоляция. Вот для своего класса шумка здесь очень неплохая. А шумка здесь гораздо лучше, чем на Civic. Вот это плюс. Если вас раздражает, к примеру, шум, если вас прям бесит, а денег нет, покупайте Cruze, классно. Не знаю, кому они не нравятся, но я считаю, что это прикольный дизайнерский ход засунуть сюда эти тканевые обивки. Могли бы их... На кожаном салоне они кожаные, конечно, вот, это удобно, выглядит классно. А, еще минус, кстати, у нее низкий клиренс. Вот то, что я не сказал, низкий клиренс. И поэтому на ней надо парковаться аккуратно, можно легко бордюр оставить бампер. Если не считать трабл с коробкой и вот этих вот известных болячек двигателя, то машина фактически в основном надежна довольно-таки. Неприхотливая, если своевременно обслуживать, она проблем особо не доставляет. Это плюс. За что можно машину откупить? За ее размеры. Действительно, она довольно-таки большая. Большая, выглядит внешне большой. И у нее довольно просторный салон. Это плюс. Если вам важнее гораздо, как машина выглядит снаружи, и что вы классно выходите из нее, там, ключами играете, вау-вау, все там в шоке, какая она супер-классная, как она выглядит, покупайте. Тачка классная. Я все равно ее рекомендую покупать ее именно вот таким людям. Уж лучше точно реально купить себе подержанный Cruze, чем какой-нибудь новый Nissan Almera. Или Fiat Albea. Или какой-нибудь еще подобный мусор. Непонятно для кого делаемый и непонятно кем покупаемый. Смело берите Cruze, если вам пофиг и нужен красивый дизайн. Я все сказал. Но себе брать не буду. Давай быстрее пересадим Jetta, она круче. Ну что, мы... Посмотрели машину. Да. И я ее... Мы ее берем. Да. Берете? Ну, есть несколько... Там есть помятость на крыше. Если вы скинете 5000 рублей, мы ее возьмем. 5. Вы готовы взять эту машину за 550 тысяч рублей? Да. Нет. Мы готовы взять эту машину за 545 тысяч рублей. Потому что там есть помятость на крыше. Вы разве не заметили?
Я не заметил. Да. Помятость на крыше? Ну, конечно. Ты что, дебил? Volkswagen Jet. Здесь как раз есть все то, чего нет в крузе. Здесь ничего не раздражает. Болт, там, кнопочка к кнопочке. Все сделано логично, грамотно. Ну, пластик мягкий, его прям приятно трогать. Вот прям приятно, супер. Щиток приборов, без всяких там говноболтаний, без ничего. Белая подсветка, все четенько. Экранчик вот этот посередине. Все размерено, классно, как надо. Круз — это такая... Какое-нибудь новое суперкрасивое платье, да, в котором неудобно ходить, но оно при этом красивое. И вот девчонка, например, одевает такое платье для того, чтобы красиво выглядеть, но при этом оно как бы ей самой неудобно. А Jetta наоборот, она с виду-то выглядит простенько вообще, ну как, она не бросается прямо в глаза как-то, она обычно выглядит. Не так замылена, как Civic, но и не так, конечно, классно, как Cruze. И при этом внутри вот когда садитесь, вы понимаете, что такое Volkswagen, что такое немцы, и что здесь продумывали каждую детальку, продумывали. Здесь по каждой кнопочке какая-нибудь подсветка. Сама кнопка очень легко нажимается, мягко. Вот здесь, в этой машине, все прям умиротворяет, спокойно так сидишь. Очень приятно сидит, удобно. Боковая поддержка отличная, сиденье, оно прям как обнимает. В крузе скамейки какие-то плоские, здесь сидишь прям приятно. Везде обивочки, здесь мягкий пластик, здесь, соответственно, приятный материал. И вот это все в сумме, вот это все, и как раз позволяет сказать, что Jetta, она прям класс выше. Это для того, чтобы понять это, достаточно сесть в Cruze, вот проехать 20 метров, сесть в Jetta и понять, что, ну, проползти, про это попозже, скажем так, что она реально класснее. Если кто смотрел обзор про Шкоду Октавию 2007 года, Octavia Tour, с мотором 8-клапанным, вот вы уже в курсе. Здесь стоит абсолютно тот же самый мотор. Производится с 95 года. Проклятый BSE мотор, который как только не назывался, но фактически смысл в том, что 8 клапанов, ванасы забудьте. Непосредственный впрыск, забудьте вообще про все. 16 клапанов, не про этот мотор, ничего в нем нет. Он мертвый. Вот даже слово мертвый, оно как бы не передает всех эмоций от управления этой машиной. Она вообще не едет. Старое говнище, чтобы он сгорел. Наконец-то, вот только нас сейчас Volkswagen перестал ставить этот мотор на, хотя я не знаю, может быть, на Octavia они еще и ставятся, на 7, но наконец-то на новый Jetta стали ставить CFNA, мотор с этого, как его, с полуседана. Он итальянский, конечно, Magneti Marelli, фирма его произвела, его выкупили вместе со Шкодой, но дело даже не в этом, а в том, что он хотя бы современный, он хотя бы 16-клапанный. Это уже прям уровень. Она едет гораздо лучше с ним. И самое печальное, что на Volkswagen есть классный мотор. Например, BZB 1.8 Turbo. Класс 152 либо 160 лошадей. Ну, BZB как раз 160 лошадей. 160 лошадей, короче, 1.8 Turbo. 250 ньютонов крутящий момент. Этой Jetta нужен такой мотор. Вот поставьте сюда 1.8 Turbo на автомате, и я бы даже... не задумываясь, дал этой машине первое место, сказал, забираем все, всегда покупаем только ее. Вот немцы продумывали каждый сантиметр этой машины. Каждый. Здесь все не случайно. Все удобно расположено, все видно, все четко читается. Все крутилки, вот есть крутилки на Jetta, на Cruze, попробуйте потрогать крутилку, она болтается. Здесь вся эта фигня, все болтается. Здесь как-то все сделано похабно. Здесь все четенько, вот прям ощущение такой дороговизны. На самом деле, еще у Volkswagen есть такая приятная прям фишка. Вот то, чего нет ни в Civic, ни в Cruze, это индивидуальность, так называемая. Например, вы можете найти Jetta в любой комплектации абсолютно. Она может быть вот как вот эта, с климатом, подогревами сидений, но с пластиковым рулем, ну, с полиуретановым рулем, без кнопок и без датчика света дождя. Но 4 автостеклоподъемника. Вот такая она может быть.
Или, например, будет у вас на кондиционере, но с кожаным рулем, с кнопочками и два стеклоподъемника. Да как угодно. Датчик света, это все, она всегда, машина идет, ну, у них всегда есть база, например, Trendline, Highline или Comfortline, и это именно исполнение автомобиля, там цвет наружных там зеркал, обивка салона, все такое, и в нее она может быть набита как угодно. Trendline может стоить дороже, чем Highline, при этом набичкан больше он может быть. В этом смысл, вот ее. Кожа, вот кожа на руле, на крузе, которая облазит к 100 тысячам, и она на ощупь такая грубоватая, и кожа на Volkswagen, она нежнейшая просто. Супер приятная, ее прям держать приятно. Она не затирается очень подолгу. При этом руль, он прям, ну как это передать, он классный, его прям держать приятно. Кнопочки на руле, когда есть, это не как на крузе, какие-то там крутилки, вертелки непонятные, там нажимаешь как, не знаю, ну просто сделали, ну лишь бы было. На Volkswagen каждая кнопочка, она прям тык, так приятно нажимается. На них там хромированные окантовочки. Или когда они дорестайлинговые, старые, там круглые, каждая на своем месте. Управление, естественно, управление магнитолой с левой стороны, как и должно быть. Есть круиз-контроль на отдельном рычажке. Все супер. Вот. В этой GT, конечно, не все супер, но тем не менее. Есть один момент, который отпугивает многих людей, о котором я обязательно сейчас расскажу. Это коробка DSG. Очень долго я работал с Volkswagen, с коробками DSG. Я знаю, что это такое. И я, ну как сказать, не так страшен черт, как его малюют. Да, есть с 2009 по 2011 год компания BorgWarner, которая производила эти коробки DSG, скажем так, просчиталась, был технический просчет в сцеплении. И при движении в пробках оно перегревалось. У людей эту тему раздули. DSG, там ужас, паника, конец, все, покупать ни в коем случае нельзя. На DSG специально именно поэтому дали гарантию 5 лет. И совсем не потому, как я видел пару раз, люди писали это как преимущество. Супер, самая лучшая коробка, вы что, на нее 5 лет гарантии дали? На нее 5 лет гарантии дали не потому, что она очень хорошая, а потому что у нее, чтобы для того, чтобы сохранить лояльность клиентов, для того, чтобы те, кто купил и у кого она, скажем так, начала тупить, они могли, скажем так, отремонтировать ее и сохранить хорошие отношения с Volkswagen. Только для этого сделали гарантию 5 лет. Автомобили, идущие модельным годом с 2012, модельным, даже произведенный в 2011 году, они уже лишены этой проблемы. Все начиная с 2011 года и выше, ну, фактически с 2012 года и выше, коробки DSG довольно-таки надежные и болеют гораздо меньше. И не надо их бояться. Эта коробка суперсовременная. Для информации, коробка с двумя сцеплениями. Такие же коробки ставятся на почти все суперкары. Например, на Porsche, на Ferrari, на Audi R8, на все это ставится именно такая коробка. Почему? Потому что она, скорость переключения ее гораздо быстрее, чем на автомате. Нагрузка на двигатель гораздо меньше. Это суперсовременная коробка. И я прям уверен, что лет через 5-7 на все машины будут ставить DSG. Там, за некоторым исключением, там останутся в каких-то моментах старые автоматы, например, особенно для тяжеловесов, а в остальных местах будет стоять DSG. Она лучше во всем превосходит автомат, кроме пока надежности. Но если сравнить, например, автомат на том же какой-нибудь Peugeot, то я скажу, что я лучше DSG возьму на Volkswagen, чем, блин, автомат на Peugeot каком-нибудь. Но ведь нормально, Peugeot покупает, он их полно ездит. И люди как бы... Здесь даже те, кто их хвалит, это вообще конец. Как можно хвалить Peugeot? Расход топлива фактически на DSG может быть даже меньше, чем на механике. Представьте, меньше, чем на механике расход топлива на DSG. Вот эта Jetta, например, я и на ней езжу, в городе ест у меня где-то 9 литров. Ну, 9, иногда 9,5. А на трассе она ест все 6, 6,5. Где такой расход на том же крузе? Но она при этом не едет. Вообще не едет. То есть вот, можно дать газ пола и как бы мучительно долго происходит. Видно даже, как стрелка, она просто переползает по делениям. Так сказать, стрелка тахометра. Конец вообще. Сжечь можно этот мотор. Штатная музыка здесь на порядок лучше, конечно, чем в том же крузе, и гораздо в разы лучше, чем в Цивике, но тем не менее она как бы далека от идеала. Но если вы не меломан, то вам более чем достаточно будет.
подлокотник. Он классный здесь подлокотник, он большой, он удобный. То есть он, во-первых, выдвигается, в конечных положениях фиксируется. Чтобы его поднять, не надо ничего нажимать. Вы его открываете и все. Вы его можете приподнять повыше, можете выдвинуть вперед, назад, как угодно. Причем регулируется он плавно, вы можете как хотите его настроить под себя. Дорожный просвет. У этой машины самый высокий дорожный просвет среди представленных трех. 170 миллиметров. 17 сантиметров фактически у вас дорожный просвет. Это очень много. Она реально, чтобы на этой машине хапнуть днищем, это надо совсем как-то, ну, как по-зверски ездить на ней. Отличная шумка. Вот у нее отличная шумка. Вот у Круза тоже классная шумка, у Цивика шумка так себе. Запчасти. Вот запчасти – это прям больная тема для большинства тех, кто сталкивался с Volkswagen. Не со старыми Passat'ами или Octavia Tour. Нет. А именно с современным Volkswagen. Начиная где-то с 5-го года, что Passat B6, что Jetta 5, они, ну и дальше по нарастающей, чем свежее, тем дороже. Запчасти реально очень часто космос. Кстати, момент по поводу сцепления. Вот даже давайте предположим такую ситуацию. Вы купили себе Jetta 10-го года, она не, 9-го года, она не на гарантии. Фактически, если вы, у вас начинают появляться вибрации, там, да, надо менять сцепление. Сцепление на нее, люковское, классное сцепление, стоит 30 тысяч рублей. 30 косарей, вы меняете, плюс замена, там, ну, замену лучше делать на дилере, я всегда это рекомендую, потому что установка этого сцепления – это определенный процесс, который должен человек уметь. Ну и в конечном итоге оно выходит вам примерно 45-50 тысяч рублей. Давайте возьмем 50 тысяч рублей. Раз примерно в 60-80-100 тысяч вам придется это делать. Если вы никуда не торопитесь, берите себе Jetta, она классная. Ну или возьмите, есть такая Jetta на 2 литрах, вот это прикольно. Но тяжело найти живую BVY мотор из Passat. Он тоже там есть, у него свои заморочки с запуском холодным, но тем не менее. Сам себе мотор довольно-таки классный, стоит его рассмотреть тогда. В принципе, я сказал все причины, по которым можно взять эту машину и под которой можно отказаться. Если вам нужна машина, скажем так, для гонок, если вы любите погонять, эта машина вам не подойдет. Но, тем не менее, она подойдет другому человеку. Тому, для кого она сделана. 30-летнему мужику. Да я бы ездил, честно. Я вообще не гонщик. Не очень люблю гонять на машинах. Ну уж совсем уныло ездит же. На 1.6 моторе. Но руль классный, когда кожаный. Короче, решайте сами, что хотите, то и покупайте. Ты что, дебил? Какого хрен сюда приехал, жертву форму? Ты 40 минут эту машину смотрел. Ты не веришь, здесь фары китайские стоят. Капот Skyway, на нем написано это. Ну ни одного родного стекла, нет, ты двери скрипят. Ты что, это не видел, что ли? Там вся на цвета, смотри. У меня штойка резная, крыша менина. Ты документы смотрел на ТТС, закликат, ты перевертываешь вообще. Какого хрен сюда вообще приехал? Кто такой? Говный эксперт. А ты нахрен сюда привел? Ты что, деньги потерять хочешь? Подожди, мы звонили, нам сказали, машина пройдет все по проверке. Я вам этого не говорил. А кто? Итак, Honda Civic. Сразу хочу пояснить, на самом деле у нас должна была быть другая Honda Civic, естественно, которая стоит этих денег. Honda Civic, рестайлинг, Executive 1.8 на автомате. А так как случилось непредвиденное, и человек не смог ее предоставить, поэтому у нас самое противоположное. Комплектация, короче, полная противоположность. Это бич-комплектация, это даже не комфорт, я не знаю. Это, короче, пустая Honda, без кнопок на руле, без всего. Здесь нет ничего, она на механике. Но так как у меня очень тесный опыт общения был долгое время с Civic'ами, это никак не отразится на том, скажем так, что я про нее буду говорить. И мы фактически сейчас речь будет идти о Civic 1.8 на автомат Executive. Том самом, который вы можете приобрести за 500 тысяч рублей. Yeah.
Если бы у меня было 500 тысяч рублей, то, недолго думая, я взял бы, скорее всего, его. Да, Круз классная тачка, и Джетта неплохая, но Цивик, вот он наиболее близкий по духу. Если сравнивать, к примеру, все эти три автомобиля, то самое лучшее сочетание двигатель-коробка – это на Цивике. То есть здесь настолько классно подобрана программа обеспечения, настолько грамотно настроена коробка и двигатель на совместную именно работу. Это, наверное, лучшее сочетание, которое я встречал. Коробка прям как будто чувствует, когда, в какой момент, насколько раскрутить мотор. Когда надо, вовремя подтыкает передачи, быстро, с минимальными задержками. Это, я скажу, для 2005 года разработки, для 2006 года выпуска, фактически, это очень классно. Вот если взять тот же Круз, на 3 года младше, 140 лошадей фактически, а 141 лошадь мы имеем по паспорту у Круза и 140 лошадей у Цивика. Но у Цивика за счет технологии iFTEC, за счет фазовращателя, за счет изменения геометрии впускного коллектора, за счет всяких классных допов, крутящий момент и лошадиные силы, они растянуты на более широкий диапазон. То есть машина едет равномерно на разных оборотах, а не так, как это у Круза. У Круза чувствуется в один момент как такой подхват небольшой и умирание мотора до и после. Дизайн салона здесь, он космический, это уже забитая фраза, и не хочется ее повторять в очередной раз. Смысл не в этом, в том, что он интересный, он необычный. Все на своих местах, очень удобный спидометр, цифровой. Находится вроде бы далеко, но все четко видно и достаточно информативно в любое время, там, под солнцем, в темноте, там, где угодно. Здесь классная посадка, сиденья жесткие, сама машина жестковатая, у нее подвеска, ощущение, как будто она прям затянутая. Прям такая плотно сбитая машина, ощущается такой не расхлябанной, как на Крузе, а она такая прям вся такая сжатая, плотно сбитая, как будто такая сидит готовая к прыжку все время. Очень классно едет она. В Цивике очень много, большое количество всяких кармашков, куда можно все положить. Везде специально для этого резиночки лежат, чтобы там не гремело ничего. То есть видно, что япошки, когда делали эту машину, они прям ее продумывали. У Цивика всего три комплектации. Пустая, средняя и максимальная. Максимальная – это экзекьютив. В основном стараются люди брать именно такие. Вот что напрягает Цивики, меня лично, это вот несколько моментов вот по очереди. В первую очередь это комплектация. Даже в самой жирнейшей комплектации C-класс, Honda, японец, нету датчика света и дождя. Я хочу датчик света и дождя. Вот я, блин, капризный человек, я хочу датчик света и дождя. Для меня вот принципиально при выборе машины. Я хочу, чтобы все работало, дворники сами срабатывали, чтобы, блин, свет сам включался. Мне это важно. А, например, если вы, конечно, для вас это не важно, тогда можете пропустить этот момент, но тем не менее. Хочу. Хочу 4 автостеклоподъемника. Хочу, чтобы все окна опускались. Я даже не буду ими пользоваться, но я хочу, чтобы они у меня были. Я хочу, чтобы с кнопочки, с ключа у меня окна все открылись или закрылись, и зеркала сложились, как это происходит на Джетте, как это происходит на почти всем ВАГе. Почему здесь такого нет? Потому что это японец, 2005 год. На этом Цивике пробег 192 тысячи, 200 тысяч километров. 200 косарей, нормально, в принципе. Не сильно глобальный пробег, но если учесть то, что на ней фактически из серьезного не делалось ничего, ну, мелочи по ходовой и, соответственно, расходники. Вот кроме этого, фактически, эта машина не просила никаких серьезных ремонтов, и это плюс всех японцев, ну, большинства японцев, то, что они при всем, при всей этой простоте, они надежны. Вот этот Civic, он очень надежный, и поэтому его стоит купить, поэтому он и стоит так дорого, фактически. Если сравнивать его с автомобилями, с Jetta, к примеру, и с Cruze, если сравнить Civic, то он самый старый. К примеру, в бюджете 500 тысяч вы купите в лучшем случае 9-й год, если рассматривать хорошее состояние. Естественно, мусор можно и свежее купить, а про хорошее состояние 9-й год, 8-й-9-й. Самое главное ее преимущество – это ее надежность, во-первых, а во-вторых, то, что она остается ликвидной. То есть продать эту машину так же легко, как купить. Если она у вас в хорошем состоянии, 2-3 дня за нормальную цену она всегда улетает. Это плюс, действительно, но найти живой вариант очень сложно. Это из разряда тех автомобилей, которые классные, и вроде бы денег достаточно, но вот найти нельзя.
Вот у вас вот собрались купить, например, критерий нормальный, вам подходит любой цвет. Вам, у вас есть, там, например, 450-500 тысяч рублей, и вы хотите хороший Civic. Попробуйте его найти. 20, можно 30 машин посмотреть и не найти живой машины. Это все будет хлам, прям откровенный. Потому что машина производилась давно, года все-таки берут свое, но, тем не менее, сохранилось полно классных вариантов где-то как-то. Вот недавно находили как раз такую машину с пробегом 38 тысяч километров. 38 тысяч, на этой 200. Фактически, та машина, у той машины еще все впереди. И можно быть уверенным, что она не подведет, она не будет просить каких-то серьезных вложений денег. Это плюс. Это реально плюс. Вот по поводу сверчков. На самом деле, я сколько не встречал цивиков, сверчков я нигде в них не слышал. Не было. Это первый цивик со сверчками, хотя я видел с пробегами и большими. Вот владелец уверяет, что это прям болезнь цивиков, хотя лично я ни такого не встречал. У самой машины широкая база и низкая посадка. Машина рулится просто для С-класса за, скажем так, для С-класса 2005 года за такие деньги, она рулится просто идеально. Вся управляемость у Civic'а, она максимально понятная. То есть, если вы пытаетесь зайти в поворот, к примеру, она идет прогнозируемо, ее не тащит ничего, не кренит ее, она прям как вылетая. Например, болячки с вибрацией связаны, вот на этой машине чувствуется. Когда умирает подушка двигателя, правая, маслонаполненная, она поворачивает, что ли. Когда умирает гидроопора двигателя, у нее сразу получается, вы сразу это ощутите, потому что появляется вибрация довольно ощутимая. А стоит она недешево. Если вы поставите оригинал, от 8 до 12 тысяч рублей, как бы замена нормальная. Рулевая рейка слабая на них. Тоже часто встречаемая болячка. Еще, кстати, классный плюс этой машины – это обзорность. Здесь видно вообще все. Вот здесь вытянута. Она вообще вся машина, фактически, такая максимально вытянутая вперед. То есть торпеда у вас, до конца торпеды там космоса не дотянуться. Как селедка такая из салона вытянута. Прикольно тоже такой ход интересный. Все в угоду аэродинамики, потому что она действительно, у нее коэффициент углового сопротивления в любом случае небольшой. Цифру не знаю, но он небольшой однозначно. Еще жирный плюс у технологии iFTEC, жирнейший плюс, это ее расход топлива. Изменяемая высота поднятия клапана влияет на расход, и причем в лучшую сторону. Фактически на этой машине, вот я езжу на автомате, да, на таком же Civic, но на автомате, расход редко переваливает за те же 10 литров в городе. 9,5, 10, вот, наверное, вот так вот в городе. И на трассе, я сколько как ни езди, 5,7 литра, вот нормально. 5,5, 5,7 литра она расходует бензина. 5,7 литра, при том, что она выдает вам, там сколько, 178, что ли, ньютона крутящего момента и 140 лошадиных сил. Давайте позвоним американцам, чтобы в General Motors расскажем об этом, чтобы следующий круз вышел уже нормально. Нет турбины, мотор цепной, надежный, без заморочек. Вот Honda, вот она во всем ее проявлении, она классная, они умеют делать машины правильно. Минус этой машины в том, что ее запчасти стоят довольно-таки дорого, как и фактически на любую Honda. К примеру, соберетесь поменять ходовую, минимальная цифра для замены, к примеру, передка, это реально полтос, 50 тысяч. Это примерно замена передней подвески. Honda переплюнула всех, запчасти дорогие, но вся суть в том, что они не так часто требуются. Не так часто требуется ремонт. 150 тысяч в среднем проходит ваша ходовая без особых заморочек на этом Civic'е. Рулевая рейка, вот она может, да, подвести, но тем не менее. К тому же их меняли по гарантии. Это была цена акции у Honda. Civic очень низкий. Вроде бы 145 миллиметров, да, у Круза там те же 150. У Круза передний бампер тоже низкий. Очень аккуратно надо парковаться к бордюрам. То есть на джете можно вообще по бордюрам ездить. Она там по барабану, она высокая. А Civic просто легко можно взять и отломать бампер свой. Civic подходит больше тем, кому важно
скажем так, любителям погонять, кому нравится хорошая управляемость, жестковатая подвеска, кому важнее гораздо, как машина едет, чем, например, как она выглядит. То есть кому важнее ощущение, у кого есть, кому нужен адреналин от вождения больше, чем ощущение комфорта и спокойствия. Вот тем подходит именно Civic. Тем, кому нужен комфорт, подходит Jetta. Тем, кому нужны понты, подходит Cruze. Вот вам, выбирайте себе, но каждая из этих машин стоит покупки. Не только эти три машины можно взять за 500 тысяч рублей. В ближайшем будущем будет обзор на другие машины. Полно достойных вариантов. Например, Mazda 3, Lancer 10. Это все классные машины, которые за эти же деньги покупаются. Можно хэтчбеки смотреть, к примеру, Сида там, Фокус 2, рестайлинг, тоже классная машина. И полно, большой выбор. Всем пока. Нет, вот здесь надо сказать всем пока. А, ну там будет киноставка все равно. Думайте головой, когда тачку себе покупаете, блин. Подожди, мы звонили, нам сказали, машина пройдет все по проверке. Я вам этого не говорил. А кто? Извините, опоздал. Карен. Карен. Ребят, спасибо, что подменил. Ну что, машинку смотрели? Огонь, правда? Ласточка. Куколка! Если бы не кризис, я бы ее вообще не продавал. Ну что, берете? Ну да, есть маленькая вмятина на крыше. 2000 скину. Десятку скину. Да вы что, прикалываетесь? Да за такие деньги лучше тачку не найдете, я вам говорю. Ильдар, скажи им. Да, ребят, тачка, огонь. Очень часто, покупая подержанный автомобиль, люди пытаются сэкономить денег. Боятся за каждую копейку и не хотят давать 2000 рублей эксперту за то, чтобы он приехал с специальным оборудованием, знаниями своими и проверил автомобиль, и выдал по нему заключение. И это неправильный подход изначально, потому что, пригласив бесплатно своего друга, вы, соответственно, приглашаете человека, который, может быть, не разбирается в автомобилях. Он разбирается лучше вас, он может знать красивые слова, там, какие-нибудь форсунки, инжектор, впрыск, там, дроссельная заслонка, но это не значит, что он специалист. Он даже сам может думать, что он специалист, что он что-то понимает. Но оценить автомобиль, оценить целесообразность покупки конкретного экземпляра – это другая специальность, другая профессия. Для этого надо обладать комплексом знаний, а не конкретно понимать в чем-то одном. Если даже он хорошо ремонтирует ходовую, это не значит, что он сможет сказать, стоит ли эта машина этих денег. Это не значит, что он сможет правильно поторговаться. Это не значит, что он поймет, была ли она в ДТП или нет, даже если он кузовным ремонтом занимается. Именно поэтому я всегда рекомендую – не экономьте, не пытайтесь сэкономить там 2-3 тысячи рублей. Потому что в конечном итоге эти деньги человек отобьет торгом, и в конечном итоге вы не будете мучиться с автомобилем, который купите. Вы будете знать про него все, и у вас будет заключение. И фирма, компания, которая вам предоставит это, она будет нести за это ответственность. И глупо, покупая автомобиль, к примеру, за 500 000, да даже за любую сумму, экономить настолько ничтожную сумму, как 2-3 тысячи рублей. Потому что в конечном итоге буквально одна поломка, которую пропустит ваш друг, она встанет вам гораздо больше и гораздо дороже, чем, скажем так, вызов специалиста. Не экономьте, будьте осознанны. Всем пока. Я не хочу в круг садиться. Гитар, уходи оттуда. Гитар, уходи оттуда. Ты в кадре. Этот мальчик будет в желтой футболке играть? Нет. Ой, смотри. Вы такую машину лучше и за деньги не найдете. А такую тачку... Что? Ну дай. Машина пройдет все проверки. Вот и прошла, я и проверил ее. Стоп. Тачка, огонь. Что ты улыбаешься? Ты хватит. Нет, ребят, это брак. Ну ты в кадре. Да понятно, понятно, Стас, понятно. Сейчас. Ильдар хорошо работает, молодец. Эти пижоны выдохлись. Ильдар молодец.
Наконец-то признание всемирное. Вот. Стас, мне твое мнение очень важно. Ага. Давайте.